Криминальная хроника. Ночное нападение с кирпичом на человека в Кызылорде зафиксировали камеры видеонаблюдения ЦУ управления полиции. На место незамедлительно были направлены патрульные. На этих кадрах видно, как двое избивают человека кирпичом. На месте происшествия были задержаны двое мужчин 43 и 37 лет. Оба в нетрезвом состоянии. В настоящее время проводится досудебное расследование по части 2 статьи 107 Уголовного кодекса «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В отношении подозреваемых избрана мера пересечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.